Перед вами хит. Это 542-я чашка. Я думаю, те, кто работает с брендом давно, 100% про нее знают. Те, кто только начинает, обратите на нее особое внимание. Поставьте себе в пометках, чтобы обязательно добавить ее в свой ассортимент. Почему же я считаю, что это очень классная рабочая чашка, особенно для салонов брофитинга? Обратите внимание, она полупролоновая, внутри хлопок. И это важно для женщин, у которых есть высокая чувствительность, и сетка может раздражать ткани груди. Но линия декольте здесь низкая. И это очень хорошо будет работать для груди с верхней полнотой, противоположность кресте. Но тем не менее, и с нижней полнотой работает отлично, создает красивую округлую форму, да. И стрэп у нас здесь съемная, поэтому кому они на ежедневной основе не нужны, их можно будет снять. Здесь за счет того, что кружево эластичное, оно будет рассаживаться по груди, поэтому с небольшой асимметрией может прекрасно работать. Если грудь немножко потеряла в тонусе, да, с сильным тозом, будет очень видны вот здесь вот карманы, но с таким, так скажем, с начинающим тозом, да, прекрасно будет отрабатывать. Гибкие каркасы, которые рассаживаются по ребру, это тоже немаловажно для того, чтобы не создавать болевого эффекта. И посмотрите, насколько хорошо снизу чашка наполнена грудью. Это важно для моделей и вообще для девушек, да, не только для модели белья, а сколько для девушек, с, например, с нижней полнотой, но с узкой грудной клеткой. Часто у них здесь создается пустота. Вот здесь этого нет. Здесь есть место для груди, есть где разложиться, так скажем, да, заполнить собой всю чашку и прекрасно отрабатывать на ежедневной основе для комфорта своей хозяйки. Косточка у нас здесь средняя, да, по высоте, ну, конкретно акцентируюсь на посадку крестин, но она и прекрасно подходит. Все основание мы смогли уложить. Посадка хорошая. Пояс у нас здесь точно так же широкий. Есть боковой каркас для стабильности. Обратите внимание, что пояс здесь состоит как бы из двух частей, да? Стабильной зоны, которая изготовлена из сетки и кружева. И дальше у нас идет полотно. Оно идет без подклада, но со становой резинкой, что тоже немаловажно для посадки бюстгальтера. Обратите внимание на крой именно в подмышечной зоне. Здесь девушки могут, кто-то стесняться дополнительной дольки. Да? То есть вот эта зона, это у нас ни в коем случае, это не жир, это часть, так скажем, анатомии нашей груди, это дополнительная долька, у всех она может быть разного размера, у кого-то она может быть очень незаметная, у кого-то она может быть заметна, но за счет того, что здесь есть вот этот вот переход к бретели от чашки, визуально она может минимизироваться. На это обращайте внимание, потому что некоторые клиентки отказываются от каких-то моделей, потому что они считают, что у них здесь, ну, вылезла, так скажем, грудь. На самом деле это не грудь вылезла, да, это естественная, так скажем, их особенность. И здесь просто нужно подбирать более тщательно форму чашки и смотреть, как будет рассаживаться именно в подмышечной зоне, если это приоритет у клиента. Но мне кажется, что то красивое декольте, которое вы получаете с помощью этой чашки, оно на самом деле затмевает все остальное. Давайте теперь посмотрим на спинку в этой модели. Здесь точно так же крой леотард, который нацелен на то, чтобы сделать спину красивой. Да, посмотрите, насколько она глубокая. Хорошая, правильная посадка пояса будет залогом комфортной носки в течение всего дня. Бретель у нас здесь регулируется по всей длине, и она широкая. Мы можем бретели переставить и сделать, например, крест-накрест, если есть в этом не необходимость. Но в основном она нужна для того, чтобы снять стрэпу, да, не заниматься рукоделием, не отрезать, ничего не пришивать. Если вам стрэпа на ежедневную носку не нужна, то вы прекрасно можете ее снять. Данная модель подходит для средней и большой груди. Обращайте, пожалуйста, внимание на то, как расположена будет полнота. И если вы сталкиваетесь с тем, что есть частый запрос у девушек именно с верхней полнотой, то обратите внимание на эту модель. Это один из, так скажем, не такого большого выбора артикулов с хорошей конструкцией, которая работает именно с верхней полнотой. Почему я обращаю на это внимание? Потому что девочек таких много, а белья, конкретно ориентированных на эту их особенность, на самом деле не так много.